победа – заслуга русского народа. А для армян еще праздник. Еще праздник, да. У всех, у всех. Для создания армии, собственной армии. Для независимости Нагорного Карабаха. Вот это три праздника для нас. Мы рады. Вот видите, все народ четырехдневные, это очень кровавая война была. Азербайджанцы очень много подготовлены, нарушили договоренности 94-го года. Договоренность была о прекращении огня. Но они напали на нашу. Наши передовиков. Мы получили отпор. Еще отпор дадим. А когда последний был артобстрел? Последний артобстрел был 28 апреля. А вообще вот за время после войны, 94-й год закончилась война, вот этот промежуток до апреля, были до этого обстрелы? Обстрелы были только в боевых позициях, но на мирных жителях, на населенных пунктах уже начали обстрелять ночь 2 апреля. Это первый раз после 94-го года в населенном пункте? Первый раз, да, люди все спят. Ночью около 2 или 3 часа начал артобстрел. Начинается, снова начинается война. Но так быстро был, что не могли ничего делать. Ничего делать не могли. Дети были в постели, сразу взяли дитя, положили в машину, оттуда вышли. Даже не знали, что мы уже остаемся, село остаемся и выйдем оттуда. Не знали это. Adena çarmı. Hadi asalız. Այո, մեր տան կողք 3 հատ գրադ ենք եր, եմ մեր տունը ասես ճականդ խվել է։